Так, ну в любом случае, погнали дальше тогда. Посмотрим следующий кусок данжа. И что нас здесь ожидает. Так, во-первых, ага, вон там переход. Ту красную зону, которую мы видели в предыдущей области. Оттуда мы сможем попасть. О! Эй, эй! Какого черта здесь делают эти парни? Какие-то серьезные и опасные машины на их головы. Ну, сказано, что это комната лечения. То есть, другими словами, их типа лечат, что ли? Да, ну вы только посмотрите на них всех. Кстати, посмотри, там какие-то странные врата, через которые проходит несколько из этих ребят. Давайте проверим ее. Давайте. Что за? Все направляются в том месте. Или, короче, через вот это место. Если ваше лечение было завершено и не было обнаружено никаких дальнейших отклонений, пожалуйста, продвиньтесь дальше через данную дверь, врата. Рай счастья там ожидает вас. Угу, понятно. Выявляли... те, кто ненормальные в предыдущей лаборатории. И здесь, собственно, всех лечат, у кого отклонение. И похоже, что их куда-то отправляют через эти врата, как только определяется, что они достойны этого счастья, и как бы никаких проблем не будет. Ну, давайте пройдем сами. Попробуем посмотреть, что будет, если прикоснемся к этой штуке. Будь осторожен. Эта штука может тебя вообще сжечь, если что-то пойдет не так. Да, все бесполезно прямо. Пациенты, что нуждаются в лечении, не могут пройти. Пожалуйста, последуйте инструкциям для того, чтобы получить надлежащее лечение. Похоже, мы не можем все-таки пройти так легко. Ничего не поделаешь. Давайте поищем другой выход. Так вот. Понятно. Так, ну и последний ниша там, скорее всего, судя по настроению комнаты. О, смотрите. Стоп, мы вообще попали в синее. А, нет, стоп. Синее? Смотрите, синее нас сразу пускает сюда. А синее это что за вариант был? Как раз был правильный? Короче, вот, собственно, да. Синяя нас сразу бы пустила бы куда надо. И нам не пришлось бы делать, что там нам придется сделать, чтобы пройти через те врата. Ладно, походу мы убедились уже. То есть тут действительно две развилки. Которые влияют, походу. Ладно. Короче, думаю, нет смысла действительно теперь загружаться и что-то проверять. Очевидно. Рюджи был прав.
А мы не доверились братану, а поверили Акичу. Вот сволочи. Кинули братана. Что-то пропустил. Ну, мы проверили этот вариант, как ты видишь. Кечи никогда нельзя верить. Ну да. О, а тем временем мы нашли еще одну комнату. Ох. Так, то, что тут этот телевизор, означает ли это, что... Тут еще одна запись, но видео. Да, но в этот раз у нас тут нету никакой кассеты нигде. Окей, нам нужно кассету найти. Так. Она нам нужна, чтобы двигаться вперед. Давайте немного поизучаем это место, может найдем эту кассету. Окей. А Кечи не нужен. Ну. Так. И в какой мы жопе теперь? Ну там телевизор со встроенным видеомагнитофоном, то есть с видаком. В Японии. Такие вещи, как я помню, как я понял, были популярны в то время. У нас я такого не видел. Ой. Эй, эти парни, которые вышли оттуда. Давайте постараемся, чтобы они нас не спалили. Эти тени. Похоже, они тут патрулируют. Ладно, пока ищем кассету, будьте осторожны на нападение сзади. Какое-то. Там вниз спускаемся, там тоже. Надо как добраться. А, вот. Зайдем, скорее всего, там и находится наша кассета. Да. Кончились. Возьмем Ан. Нормально. Блокирует. Сугасте миро.
раз пикирует, может, Рэй. Или точнее Нюк. Нет. Ага, понятно. Понятно, понятно. Блин. Она у тебя в персонах, так я не взял ее в список. Я взял ее в персонах и сразу удалил из списка, она в компедиум отправилась. Так что не могу смотреть. Эй, а, потому что ГГ лежит жопой вверх. Кимерзо, Джока! Как же это классно, а? На это можно смотреть вечно. Но не слишком часто. Сейчас, секунду. Ребят, тем временем мы взяли максимальный левел. Поздравляю. Следующий левел через 0 экспы. Прекрасно. Не, класс. В оригинальной части 99-й левел, как вы помните, мы даже не успели взять. Ну, тут взяли. Но все это благодаря тому, что фарм стал тут легче. В смысле, вот, переездом врагов машиной. Так, а тем временем у нас тут документ. О! Смотри, там что-то находится внутри этой, этого ящика. Чего? Эй, это не документ. Ми. Ладно. Это, короче, спрей, который делает вас более, как сказать, подвижным. Короче, баф на скорость. Ну ладно. Я надеялся на что-то более интересное. Так, туда мы пойдем с... потом. Сначала я хочу изучить эти комнаты. Shadow да. Шикамо, кёдэки да не. Шоутай о мисеро. Ну вот, такой фарм. Из-за него все стало легче. Там что-то внутри. И... окей. Взять 99-й шоу-таймом Сакечи великолепно. Лучше бы с Касуми, но ладно. Так, ну все, тут больше ничего нету. Шоу-тай о мисеро! О, фак! Этот парень. Ну, вы же знаете, как я люблю этого парня. Ему нужно подходить с осторожностью. И с бафами. Блин, мне нравится эта форма персона. Что-то светилось? Сейчас посмотрим, да, там светилось. Если ты про это, где сейчас мы находимся. Или ты про предыдущую. Короче, сейчас посмотрим.
Вариантов, конечно, у нас не особо много. Акичи, настало твое время. Чё? Да блин, какого? Минус Сумере. А нет, она еще жива. みんな体力よ、思い切って。行くよ。パンサーの力、思い切らせてやれ。君の美しさ、存分に発揮してくれ。任せて。さあ、舞い上がる。切り捨て、ごめん。 Шикарно. Просто великолепно. Дешевле. Так, ну, бутылок с СП. И верну Макото обратно. А то несправедливо, что это Касуми восстанавливаю, а Макото нет. Сократ, конечно же, да. Мы уже его открыли. После того, как прошли Ясучи Линк. Хотя из-за страха она может свалить вообще. Без боя. Так, ну у меня он есть уже в коллекции, так что мне нужно. У нас, то есть у ГГ, вообще-то это ненадолго. Мы пойдем в список персон, возьмем Марию и все. Кстати. Что там сзади? Блин, интересно выглядит. Это Мария. Ну, очевидно, какая Мария. Персона Арканы Веры. Тебе еще что-то нужно? Так, вот, собственно, тут что-то есть. Ну уже. Там что-то есть внутри.
Опа. Deus Vult. Так, нам тоже нужно патрулировать. Сказали, что тут проникли правонарушители, которые отказываются от лечения, поскольку ну, у них выявили отклонение. Они отказываются от спасения нашего господина. Мы должны поймать их как можно быстрее. И да, кстати, не забудь закрыть эту дверь. Точнее, запереть эту дверь. Опа. Тени. Они опять появились сверху. Я ощущаю их как раз такие из комнат, которые находятся сверху нас. И я ощущаю нечто подозрительное. Думаю, стоит проверить. Окей. Плюс 22 СП. И еще 4. Нормально. СП для ГГ это не проблема восстановить. А Кичи заморозили. Утаба. Блин. Наряд Футабы, конечно, хорош. Особенно вот в этих кадрах. Половина восстановили. Было сами не сдохнуть. Так, короче, наш враг, походу, боится. Сейчас он свалит. Или скажет, помилуйте. Окей. Короче, он что-то сделает, хочет сделать и нас спрашивает. Хотите помощи от Альянса Фантомных Воров, чтобы заблокировать его действия? Нет. Ну, свалил. Свалил. Так, ну тут что-то должно быть. Тут вообще ничего нету. Класс. Пусто.
Яре, яре. Давайте. Так. Оп. И сюда. Так, ну помимо сокровища, может что-нибудь... господи, какие ножки. Что-то внутри. Ну и что там в этот раз? О, кассета. Ну ладно, тогда нужно наверх пойти проверить. Еще что там. Так, нашли. Ну что ж, погнали проверим содержимое. Так. Она может быть необходима для того, чтобы мы смогли двигаться дальше где-либо. Так что давайте вернемся в ту комнату, где был телек. Там орёт. А, это вот эти. Ну, ребят, народ тут лечит, что хотел. Туда. Или это и была та комната? Да нет, он там есть красный. Ту школу из СМТ. Там вон снизу что-то видно, может там надо. Да, она вообще снизу. Так, кассету мы нашли. А так интересно, какие кадры на ней мы увидим. Можно с уверенностью сказать, что ничего веселого. Но чтобы это не было, нам стоит поспешить уже. Ну, показывайте. Йосизава Сумиресан, да, да? Канцлера Марки. Опа. Йосизава Сумиресан, верно? Я консультант Маруки. Мазва, ките курете аригато. Так, сперва наперво спасибо, что пришла сюда. Хай. Да. Ёрошику онегайшимас. Приятно познакомиться, я полагаюсь на вас. Простите. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не приходит в голову. Сегодня я пришла сюда, потому что мои родители порекомендовали мне. Камаанайо. Джа, джикан маде цацдан демо суру? Ну, я не против. Хотел бы о чем-либо поговорить, пока время не подойдет, не будет на исходе. Поговорить?
Ну, само собой, если ты не хочешь ничего мне говорить, можешь ничего и не говорить. А, о каши мо ару кара энрё шинай де не. Амай но мо шоппай но мо ару кара. Кстати, вот конфеты. Вперед, ешь, не стесняйся. Как бы тут есть и сладости. Если хочешь соленое, тут тоже есть. Да, большое спасибо. Джа, содана. Татоеба, кино но хиру нани табета? Нанте до? Итак, понятно. Тоже сделать. Ну, кстати, что, например, ты ела сегодня? Что-нибудь вкусненькое? О, сегодня, вчера. Бока, не. Вчера. Кономай, линго и пай, томодачкара мураттеса. Насчет меня, ну, мне вот тут как раз друг дал кучу яблок совсем недавно. Вцуни таберу но акичатте, иссо гохан но оказу ни шио то моттанда. Мне надоело есть их в их обычном виде, так что подумал использовать их для того, чтобы приготовить что-нибудь. Кино но охиру мо линго лёри ни чоусен шите мита кедо, доу ни мо умаку иканакте не. Я попытался бросить себе вызов и приготовить себе обед вчера, используя яблоки, ну и ничего хорошего не получилось в результате. Как ты думаешь, что я приготовил? Не знаю. Дзицуа. Эби чили ни линго илете митанда. Хора, субута ни пайнаппулу на канжи деса. Чего? Ну, на самом деле, я решил сделать салат из креветок с... салат из креветок и решил туда яблоки добавить. Ну, ты знаешь, как сладкое, например, там, с кислым, может... Ну, знаешь, как, например, иногда вот есть какое-то блюдо, короче, где используют сладкое, что-нибудь, например, ананасы и свинину. Как по мне, это не особо сочетается. Однако яблоки могут быть хорошим ингредиентом в целом. Если натереть их на терке, они могут неплохо послужить для использования для соуса. Это очень полезно для баланса питательных веществ и пищеварения. Я подобное использую. И готовлю тоже. Йошизава-сан, лёри декиру нда не. Соре ни эйё баланс нанте шиккари штеру на. Йошизава-сан, значит, ты можешь готовить? Хотя, учитывая, что ты упомянула о сбалансированном питании, то, скорее всего, ты очень пристально заботишься о себе. Своем здоровье. Ну, я занимаюсь художественной гимнастикой. И мой тренер сказал мне быть очень внимательнее касательно того, чем я питаюсь. Понятно. Тренировки сложные. Сложные. Но я бы не сказала, что они ужасные. Однако я не особо хорошо справляюсь. И сейчас я вообще не знаю, чего я хочу больше. Понятно. Но гимнастика тебе нравится? Не знаю.
姉と約束してたんです。新体操で世界を取ろうって。Сестрой, вместе с моей сестрой мы дали обещание, то, что мы завоюем чемпионат мира по художественной гимнастике. Но... моей сестры не стало. Из-за того, что она защитила меня, чтобы машина не сбила. Я украла мечту Касуми. Я бесполезный. Я не могу идти вперед. Если бы здесь была Касуми, она определенно смогла бы воплотить эту мечту. Касуми, она так-то, кто может это сделать. Однако я, даже несмотря на то, что могу продолжать заниматься художественной гимнастикой, я не смогу. Ой, простите. Не нужно извиняться. Я думаю, наоборот, что лучше говорить то, чего ты хочешь, чего тебе гложет. Иногда я думаю, что было бы лучше, если бы я была бы Касуми. Однако реальность изменить нельзя. Реальность. Йосизава-сан но кангаете рукото ва окашику нанка най йо. Йосизава-сан. То, о чем ты думаешь, нет ничего плохого. По моему мнению, иметь мысли о том, что ты хочешь быть кем-то другим, не такие же плохие. Не знаю. Знаешь, мы все люди, и люди способны изменить самих себя, если они этого захотят искренне и поверят в себя. Поэтому, если ты сможешь ясно представить образ человека, которым ты хочешь стать, то ты определенно сможешь им стать. Ано хито нара коу суру хазу да, тока. Ано хито нара коу ва шинай, тока. Типа... этот человек сделал бы это, этот человек не сделал бы это. Задавая постоянно такие вопросы, человек может изменить себя. Ты можешь себе представить, что твоей сестре нравится? Да. Онэ-сан даттара... что бы твоя сестра сделала бы в подобное время? Она бы не плакала. Если бы у нее было все это время, она бы пошла бы тренироваться вместо этого. Маруки-сенсей, я хочу быть Касуми. Вакатта. Китто нареру ё. Синжите. Понял. Я уверен, что ты сможешь стать. Просто верь. Доу кана? Раку ни натта? Ну как, стало лучше? Хай. Тоттемо скири шимашта. Сенсей тте сугой ндесу не. Да, я чувствую себя намного лучше. Сенсей, вы действительно удивительно. Таиста кото най йо. Ой, да это ничего. Демо, боку но каунселинг, фшиги то кику митай нанда. Но, похоже, мои консультации имеют какой-то таинственный эффект на людях.
よし、なんていうか生まれ変わった気分です。Хорошо, они использовали камеру для того, чтобы поменять модельку головы. Так, хорошо. Я прямо чувствую себя так, будто переродилась. Сока, нара ёкатта ё. Правда? Ну я рад. Мата нани каттара, ицу демо иде. Если что-то случится, приходи снова. Я не буду против, если ты захочешь еще поговорить. Большое спасибо. Тогда мы могли бы продолжить разговор, который у нас только что был? Что-то не так? Кстати, когда я задумалась теперь, я же не особо умею хорошо готовить. Интересно, почему я ранее сказала подобные вещи, что умею? Ну вот, моя сестра, например, она была действительно очень хороша в готовке. Ну да, поскольку ты Йошизава Касуми-сан. Да, что-то не так с этим? Не-не, все норм. Я рад, что смог помочь. Постарайся на тренировке. Да, постараюсь. Ради Сумире. Только что. Да. Ну, это был момент, когда я пошла на консультацию Маруки-сэнсэй. Это было после того, как Касуми, моя сестра, старшая, умерла. После того, как я рассказала ему насчет того, что хочу жить как Касуми. Коннективная перезапись. Он использовал свое искажение. Но, кстати, есть кое-что, что тут меня немного беспокоит. Только она воспринимала себя как Касуми, верно? Ее друзья или семья сразу бы заметили нечто подобное. Это потому что меня звали Касуми? Возможно, она воспринимала возможно, она воспринимала неправильно то, как ее звали. Несмотря на то, что все люди вокруг нее вообще-то называли ее Сумире всегда, она на подсознательном уровне слышала Касуми. Вот почему люди вокруг нее не подозревали, что с ней что-то не так. Круть. Короче, она перезаписала, по сути. Как и следует из названия вот этой коннективной перезаписи. Ну, собственно, вот вам способ Маруки спасать людей. Поскольку эти воспоминания были оставлены здесь так, здесь как видео, скорее всего, он воспринимает это или думает об этих воспоминаниях как о нечто,
которое действительно смогло помочь Вайолет сделать ее счастливой. По правде говоря, я действительно была спасена в тот раз, когда... В то время или в тот раз, когда стала Касуми. Но в то же время я убегала от самой себя, как Сумире. Я очень благодарна Маруки-сенсей за то, что он хотел мне помочь, но я больше не буду убегать от себя. Пошли вперед. Да. Так, подожди секунду. Не покидает. Мысль, что мы тут что-то пропустили. Да нет. Так, ну собственно вот мы увидели этот момент. Ага, вот. Гордон, ты об этом говорил? Если я правильно понял, да? Опа. Так, сейчас почитаем. Так. Медленно, но зато верно, моя диссертация становится лучше. Ну, понятно, Гордон, просто я только сейчас... Я помню, что тоже что-то подобное видел, но не помнил где. И значит, вот она. Ладно. Несмотря на то, что медленно, но зато верно, моя диссертация становится лучше. В то же время, чем дальше продвигаются мои исследования, тем больше я осознаю, насколько все-таки опасна коннективная психология. Может быть, по этой причине мои исследования были остановлены. Не совсем уж трудно иметь какие-либо подозрения касательно подобных вещей. В чем бы ни заключалась причина, я должен закончить свою диссертацию и использовать когнитивную психологию правильно. Надлежащим образом. Однако, к сожалению, мне не хватает достаточно валидности и проверки материалов, или проверенных материалов, для того, чтобы достичь это. Хотел бы я найти хотя бы маленькую зацепку, ведущую или связанную с коннективным миром. Помимо вот этой силы, которую я заполучил. Но даже если я не смогу найти какую-нибудь эффективную зацепку, я не сдамся. Я определенно завершу свою диссертацию и спасу много людей. Понятно. То есть проникать в другой мир он тогда не мог. Получается, как минимум момент написания. Еще раз, какая там дата была? Это у нас
июня. Третье число, шестой месяц. 3 июня. Так. Благими намерениями. Ну, так он и придержится до конца. Мы видели концовку, где мы соглашаемся с его путем. И действительно, все живут счастливо, но все пустые. Давайте в сейф-рум сначала. Коко нара хитоики цкемасне. Яру ка. Так, окей, маленький перерыв.